Зайцу йоду сломать! Видела грудь впереди, она... О, больно! Что это? Привет, мы K-pop cover команды JB, мы из Питера, я лидер, меня зовут Аня. Меня зовут Люба, привет. Я Тая. Меня зовут Оля, привет. И сегодня у нашей горячо любимой группы ATEEZ вышел новый клип. Поэтому мы хотим попробовать для себя новый формат и снять реакцию на этот клип. Так что, начнем. Вы готовы? Нет. Мы нет. Очень долго ждали, очень. Ты так эффектно киваешь. Прошло уже полтора часа, как он вышел. Я ручки трясутся. Давай, включай. У них вышло, кстати, два клипа. Illusion и Wave. Wave? Да, 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 все правильно. Вот. И первый смотрим Illusion. Давайте, удачи. Вау! Нам. Кому еще? Готовы? Все. Да, да. А можно? Я готова. Громче, громче. Это самое громкое будет. Давай. Блин, как он красивый. Очень классный цвет волос. У него такие щечки румяные. Верните косички. Мне нравится локация, очень красивая. Да, да, очень клёво. Небо сзади классное. Блин, реально, реально как иллюзия. Очень классно. Вау. Ой, блин. Да, да, да.
Очень классно, очень позитивная песня. Прям вообще очень хочется танцевать. Скорее бы, да. Ой, очень здорово, на самом деле, очень красивые цвета, и вот особенно это небошко красиво, боже мой, вообще как из сказки. Это очень не похоже на Хэллоуин, не похоже вообще на Swim & Name, типа, очень это какой-то новый для них жанр, это выглядит очень прикольно. Типа, очень редко удается группам поменять концепт и при этом как бы быть классными. Оставаться собой. Да, при этом они круто, что они могут быть такими прям пафосными, крутыми, и при этом могут быть такими прям... милыми, драматичными и вообще сладкими. Песня вообще очень классная. Прям летняя такая, да. Мы идем дальше в такой клип Wave. Это я его жду вообще больше. Когда он прям самый долгожданный. Прям, да. У всех у нас. Да. Очень понравилось. Понравился. Тизер очень понравился. Тизер, да. Все передохнули? Давай. Врубай. Готовы. Давай. Не плачь. Не плачь. Опять мне это в Америке понравилось? Пейзажи такие... Блин, мне кажется, что какие-то острова. О, как красиво! Блин, я обожаю эту песню. Опять они спят, скажем, пишется. Это же сам Барат, как он красивый, господи. Облачко. Блин, как у него рубашечка растянута, огонь. Я не ожидала такого. Блин, ты что такой клёвый? Куда они тащат диван? Зачем? Я видела живот его, я видела его живот. Я видела грудь, и она у него открыта. Посмотри на это, блин! Твою мать! Зачем вам диван? Подождите. Они на нём вся... Они поставят, конечно, на два пита. Через некрасивое слово. Блин, ну ладно, это очень красиво. Очень душевно, по-летнему, да, прям да. Тоже захотелось на моречко. Очень, да. У него очень красивые цвета, такие пастельные тона, им очень идет на самом деле. Вообще классные. Да, сладкие. Очень классный камбэк вообще. Супер летние песни, мне кажется, это будут хитяры. Да. Ну, я надеюсь на это, потому что они очень крутые. Нет, да по-любому, мне кажется, сейчас зайдет.
Вот летом прям самое то. Если бы они взяли зимой, тогда, да, понятно, как бы уже было бы не в тему. Хотя, мне кажется, ITZY всегда в тему, хоть зимой, хоть летом. Подарите ITZY больше любви! Да, хотела сказать, посмотрите клип, но, наверное, люди уже посмотрят пока. Раньше нас, наверное, уже посмотрели. Ну, тогда послушайте обязательно их альбом, там очень классные песни. Все альбомы послушайте, и у них их всего 20. Три. Три? Три альбома. Я не знаю. Джоби любит вас! Да. Спасибо, что досмотрели это до конца. А мы пошли учить танец. Да. Сейчас заряжали. Что там было? Все, пока-пока! Все. Снято. Всем привет! Это мой бьюти-блог! Так, короче. Всем привет! Всем все пошло по... Привет, приветик, пока пакетик. Сегодня у нашей горячо любимой группы вышел клип. Какой группа? У нашей горячо любимой группы ITZY вышел новый клип. Поэтому мы хотим попробовать новый формат для себя и снять реакцию. Можете тебе бумажечку повесить? Не-не-не, я скажу. Там что-то пикнуло. Что это значит? Ну, не важно. Может, телефон снимает? Телефон снимает. Может, глянуть, ну. Сейчас Гриша присмотрит. Жарко, блин.